Всем привет! Сегодня наше видео посвящено самым дорогим картинам в мире, за которые их собственники не пожалели отдать сотни миллионов долларов. Возможно, вы удивитесь, что здесь нет знаменитой Джоконды и других великих произведений. Дело в том, что мировые шедевры часто принадлежат государственным музеям и не выставляются на аукционах. Поэтому в частных коллекциях оказываются более современные произведения, хотя некоторые полотна прошлого века тоже возможно приобрести за огромные деньги. Так давайте же узнаем, какие картины считаются самыми дорогостоящими в мире. Вперед! Пятое место. Джексон Поллок, номер 17А. Американский миллиардер Кеннет Гриффин купил полотно Поллока за рекордную сумму в 200 миллионов долларов у фонда Дэвида Гриффина. Чтобы написать этот шедевр, живописец расстелил холст на полу и расплескал по нему краски. Рисунок в виде паутины создавался вовсе не кистью, а ударами веревки. Четвертое место. Поль Гоген. «Когда ты выйдешь замуж». На полотне изображена 13-летняя жена самого художника Поля Гогена. Яркие краски полотна привлекли Рудольфа Штехлина, который купил ее в 2015 году на частных торгах. Мировой общественности сообщили, что счастливчик приобрел шедевр за 300 миллионов долларов, однако вскоре выяснилось, что итоговая цена оказалась на 90 миллионов меньше, опустив тем самым картину на четвертое место в рейтинге. Сейчас она оценивается в 210 миллионов долларов. Третье место. Поль Сезанн. «Игроки в карты». Полотно выполнено в классическом стиле, поэтому ее сюжет не вызывает недоумения. Французский художник Сезанн создал серию из 5 картин, на которых мужчины играют в покер. 4 из них находятся в музеях Америки и Европы, а 5-я до 2011 года принадлежала греческому миллиардеру. Незадолго до смерти коллекционер решил продать произведение. В результате полотно досталось королевской семье из Катара за 250 миллионов долларов. Второе место. Вильям де Кунинг. «Обмен». Картина нидерландского художника была продана на торгах в 2015 году американскому миллиардеру Кеннету Гриффину. Необычный шедевр, по словам автора, отражает уродливую реальность послевоенного времени. Сейчас это произведение искусства оценивается в баснословные 300 миллионов долларов. Первое место. Леонардо да Винчи. «Спаситель мира». Долгие годы картина считалась утраченной, а когда наконец нашлась, ее подлинность не признавали годами. В 2017 году аукционный дом Кристис все-таки назвал «Спасителя мира» последним произведением да Винчи, которое отдается в частные руки. Принц Саудовской Аравии приобрел шедевр за 450 миллионов, тем самым сделав его самым дорогим полотном на планете. Увы, вскоре разразился большой скандал. Эксперты так и не смогли подтвердить подлинность картины, так как анализ сильно затрудняли многочисленные реставрации. С 2018 года полотно не показывали общественности, и сейчас ходят слухи, что его выкрали из музея Саудовской Аравии. Спасибо за внимание. Буду признателен за активное обсуждение данной темы в комментариях. Ставим лайк, если вам понравился видеоролик. Подписываемся и ждем еще более интересные топы. С вами был канал «Только факты ТОП-5». У нас всегда свежие, горячие, интересные топы именно для вас. Удачи!